Желтые помощники злодеев заполонили Ставрополь. В честь премьеры анимационной комедии «Миньоны» кинотеатр «Октябрь» совместно с «Русским радио» устроил настоящий уличный квест для фанатов этих обворожительных крох. Условия игры просты. Слушать «Русское радио Ставрополь» в течение дня и запоминать специальные пароли и места расположения миньонов. Мультяшки ждут победителей на 7 станциях по всему городу. Они с радостью готовы подарить призы счастливым горожанам, которые первыми прибыли к месту локации и озвучили актуальный пароль. Первой охотников за миньонами опередила Катерина Калачева и получила желанный, пожалуй, для каждого приз – билеты на анимационную комедию. Здесь билет на две персоны. В любой день можете его, как сказать, использовать. То есть не обязательно прямо сегодня. То есть пока крутятся миньоны в октябре, приходите к нам. Спасибо вам большое. Дети очень рады, да, дети? Да! Для взрослых это просто такой интересный квест. Для детей это хорошее летнее приключение на каникулах – ловить сбежавших миньонов. Тамара Годомская, Марк Ветлицкий, Роман Солодовников и Иван Дуцнов, АТВ «Ставрополь».